Сергей Ильич, как вот, по вашему мнению, все-таки есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающими нашу озабоченность? Или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения? Значит, ну мы уже не раз сказали, и вы говорили, и другие представители Российской Федерации, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня. Но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда.